Манеж Сибирского государственного университета физической культуры и спорта в начале мая принял традиционный турнир по спортивной гимнастике. Открытые областные соревнования «Приртышские зори» собрали 138 атлетов из Омска, Тобольска, Новокузнецка, Ишима, Красноярска, Тюмени, Новосибирска, Северска, Рубцовска и Томска. Среди них и начинающие спортсмены, выступающие по юношеским разрядам, и опытные гимнасты, в том числе 13 мастеров спорта. Амич Семен Семенов, КМС. В спортивной гимнастике с 4 лет. Тогда в детстве не получилось с футболом, зато в другом олимпийском виде спорта Семен начал делать успехи. Вот и сегодня на домашних соревнованиях он первый в многоборье. Амич лучший в вольных упражнениях на коне, на кольцах и перекладине. Это, можно сказать, контрольная тренировка в купальниках с судьями и со зрителями. А главные соревнования будут 2 июля. Это первенство России. Там уже посерьезнее конкуренция будет намного. А где будет проходить? В Челябинске. Серьезные конкуренты на турнире – ребята из Томска. На «Приртышские зори» они приехали боевой командой и успешно выступили в нескольких разрядах. Я здесь лично первый раз. Ребята некоторые были у нас в прошлом году, но они приезжали как бы по одному, по двое. В команды выехали первый раз. То есть пока все очень нравится. До конца разминки одна. То есть хороший зал. Значимость и необходимость турнира отметили многие иногородние спортсмены и наставники. Среди них заслуженный тренер России из Новосибирска Михаил Козиоров. Замечательный турнир, теплый, уютный, прекрасный зал этот манеж. Очень много детей. Я считаю, что этот турнир претендует на звание всероссийского турнира. И если руководство пойдет на это, Федерация гимнастики России, то я думаю, вся Сибирь будет только рада. Ну и будут, конечно, приглашены дети и тренеры с Москвы, там, ну и с разных регионов. Хотелось бы на фоне вот этих соревнований выразить огромную благодарность правительству Омской области за выделение средств из бюджета для проведения этих соревнований. Соревнования проходят в прекрасных условиях. В легкоатлетическом манеже переоборудован под гимнастический зал. Прекрасным награждением, подарками детям. Все находят огромное удовлетворение от этого турнира. У мастеров спорта награды разыгрывали только девушки в двух возрастных категориях. В первенстве сильнейшей была томичка Алина Артемьева, победившая в финалах вольных упражнений в опорном прыжке. Второе место досталось амичке Алисе Батаровой. Она выиграла упражнение на бревне. А бронзу завоевала сестра победительницы Ирина Артемьева. Нас маленьких отдали, и потом нам понравилось заниматься, и мы дальше заниматься стали. Мы, например, вот на соревнованиях, если, например, я все встала, значит, она все встает.